Новая форма будущего. Так Samsung описывает свой последний смартфон, представленный во вторник в Сан-Франциско. Galaxy Z Flip оснащен экраном в 6,7 дюйма. Но самое главное, он сгибается. И в сложенном виде может поместиться на ладонь или в небольшой карман. На задней стенке есть крохотный дисплей, который позволит владельцу посмотреть время, погоду и количество пришедших ему сообщений. Аппарат выдержит 200 тысяч сгибаний, обещает производитель. Это не первая раскладушка южнокорейской корпорации. Год назад она уже выпустила Galaxy Fold. Но, как считают специалисты, тогда речь шла скорее о прототипе и обкатке новых технологий. Теперь же все серьезно. Но главный минус Galaxy Z Flip – цена. В США он будет стоить почти 1400 долларов, что дороже даже самого дорогого айфона. Я считаю, что Z Flip интересен по нескольким причинам. Во-первых, я верю в формат раскладушек. Это новая и очень увлекательная категория. Она ни на что не похожа и позволяет использовать смартфон совершенно по-новому. Одна проблема — цена. Продавать телефон за такие деньги будет сложно. Еще одним ключевым пунктом будет надежность. Samsung необходимо избежать потенциальных проблем, вроде тех, что проявились в Galaxy Fold. Но, кажется, они научились на своих ошибках. Например, у новинки есть несколько едва заметных деталей, вроде щеточек на сгибе, которые будут выметать попадающую туда грязь. И это показывает, что Z Flip гораздо более продуманный продукт. Раскладушки не единственное, что увидела собравшаяся на презентацию аудитория. Samsung продемонстрировала новую линейку и более традиционных смартфонов S20, S20 Plus и S20 Ultra. Они различаются размером дисплея и мощностью камер. У флагмана их 4, плюс датчик глубины, плюс 100-кратный зум. А еще поддержка 5G. Это все, что интересно сейчас покупателям, читают специалисты. Помимо цены, разумеется. Битва камер на смартфонах возвращается и разгорается с новой силой. Вы же видели, какое внимание на презентации было уделено именно этой детали. Samsung вкладывает в разработку огромные ресурсы и прекрасно знает, чего хотят от него покупатели. Компания проводит специальные исследования и видит, что потребители хотят прежде всего делать впечатляющие видео и фотографии. Ну и, конечно, пользоваться быстрым интернетом. Отсюда поддержка 5G. Успех новых гаджетов крайне важен для Samsung. В 2019 году компания потеряла лидерство в сегменте смартфонов в США, снова уступив первое место Apple. Той удалось отыграть позиции благодаря линейке бюджетных айфонов. В Европе и Азии же усиливаются китайские конкуренты. В США новинки поступят в продажу уже в эту пятницу, 14 февраля. В России — 13 марта. Рекомендованная цена на Galaxy Z Flip — 120 тысяч рублей. На аппараты линейки S20 — от 70 до 100 тысяч.